Всем привет! Сегодня воскресенье, мы выдвигаемся на аэродром Сосновка. Мой видеоблог будет полностью посвящен впервые проводящимся соревнованиям у нас в Пензе. Называется Ice Matsuri Penza. Первый этап. Это соревнование по зимнему дрифту. Я думаю, будет очень интересно. Поехали! Декабря. Мы находимся на аэродроме Сосновка. Здесь проходит первый этап по Ice Matsuri дрифт в Пензе. Ну, заявлено много участников. Будет класс стрит, где участники, кто еще мало опыта имеет, будут ездить в одиночных заездах и будут проходить, соответственно, парные заезды. Там гораздо будет поинтереснее, и, соответственно, гонщики уже со скиллом. В общем, смотрим.
Это у нас Дмитрий, он у нас судья на Айсмайцури Пенза. Сейчас нам расскажет основные критерии, по которым будет производиться судейство. Будет производиться? Ну, на данном, в данном случае будет. Но в одиночных заездах основные критерии — это, то есть, изначально у пилота 8 баллов есть, у него отнимаются баллы за распрямление 1 балл и за разворот 3 балла. То есть, если у него 8, у него распрямление 1 и разворот, то уже минус 4, у него 4 балла. Также судья может добавить 1 или 2 балла за красивую езду близко к брустверу, ну, либо там какие-то пируэты очень интересные. Все, формируется так оценка. А парные заезды? Парные заезды, в первую очередь, расстояние между первым и вторым участником. Потом уже идут во вторую очередь развороты и ошибки в виде распрямления и неправильного прохождения траектории. Хорошо, спасибо тебе. Пошли заезды топ-8. Сейчас, я думаю, тоже будет очень красивый заезд. Барный, самый главный, синхрон. Во-первых, заезд был видно, что у Антона скорость была намного дальше. Соперника. Пытаясь оторваться, то мамон плотный.
Айс Мацури Пенза. И первый кубок будет за лучшую дрифтовую машину. Кропкин Евгений, прошу проехать вперед. За лучшее техническое исполнение, внешний вид. Давайте похлопаем. Награждению класса стрит. Это одиночные заезды. Третье место занимает Интрига. Заблоцкий. Третье место. Второе место занимает Ванифатов Антон. Ура, ура, ура! И первое место занимает Трубинов Максим. Это представитель Балаковской секты дрифта. Балаково, к слову, в принципе, автоспорт разный, как и в Пензе, все на любительском уровне, и ребята держатся чисто на энтузиазме. Заслуженное первое место. Поздравляю! Место, класс дрифт, парные заезды. В ожесточенном бою занимает Овчаров Алексей. Второе место занимает, и снова, Трубинов Максим Балакова. Важный призер чемпионата Айсмартури Пенза впервые. Все по одной медальке, а это вот две. Первое место занимает Мамонов Алексей. Лёха, встань! Аплодисменты! Аплодисменты чемпиону! Пожалуй, первый этап прошел классно по Айс-Мацури. Я бы сказал, что первый блин явно не комом. Сейчас соревнования уже закончились. Всех. Все получили свои кубки. Сейчас уже разъезжаются. Ну, будем надеяться, что все так и будет держаться. И уровень будет только повышаться и у пилотов, и уровень вообще соревнования. Ой, скользко здесь. В общем, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.